наш новый старый президент Владимир Владимирович недавно принял решение о том, что Россия еще не готова, не созрела вступить в сообщество так называемых открытых правительств. В частности, потому, что оно не готово открыть свой документооборот для сограждан. Надо сказать, что это почти радует. Это значит, что в нашем документообороте, получается, есть что-то реальное, что могло бы заинтересовать сограждан. А то создается впечатление, что абсолютно все дела, которые у нас делаются, делаются по звонку.